Приветствую всех на канале Мотковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, вчера вместе с вами мы поставили в эту семейку два листа ващины. Прошла сутка. Я решил посмотреть. Почему решил посмотреть? Потому что продолжаю где-нибудь подлаживать, где-нибудь забирать черную рамочку. И надо понимать, строят ли сейчас на данный момент, есть ли какой-нибудь взяток, нету какого-нибудь взятка, строят ващину, как к ней относятся. Потому что можно наставить беззяточный период, погрызут ващину и толку с этого не будет. На сегодня, как бы на утро, контрольные весы показали плюс 170 грамм. Это говорит о том, что какой-то там привес есть. И сейчас мы посмотрим. И сейчас мы посмотрим, как они за сутку отнеслись к ващине. Это было подставлено, друзья. И это. Так, и что у нас получилось? То, что наросты настроили, то заметно сразу. Раздавил мало. Ой, упал. А, отнеслись они хорошенько к ващине, друзья. Угу. Ващина отстроена на... Ну, глубина больше, чем 50%. Угу. Да, совсем хорошо отнеслись, так что... правильно мы сделали, что подложили. Доброе утро. Дай мы поработаем сейчас, позову. Так, значит, первая есть. Посмотрим еще вторую. Ну, вторая такая же. Да. Вторая такая же. Да. Что не может не радовать? Значит, есть какой-то взяток. Сейчас цветет липа. У нас вчера стояла жара невыносимая. После обеда в часов... Ну, не после обеда. Вечером, где-то около 5 вечера, была очень большая буря. Буря прям такая, буря-буря. Все вы видели, может, по телевизору, показывали, что Закарпатская область и Прикарпатье подтопило. Но мы, например, Свалявский район, ну, именно вот мы, например, Голубинное, мы находимся, так как бы сказать, в предгорье. Мы чуть-чуть выше, и у нас таких, конечно, проблем нету, все стекает у нас в низовину. Но ребятам сочувствуем, те, которые в низовине, так как причиняет это очень большие проблемы людям. Вот, друзья, такой результат. Сутки ващина отстроена. Это говорит не только о том, что здоровые пчелы, не говорит только о том, что есть взяток в природе, это говорит о том, что и хорошая ващина. Так как, когда все факторы сходятся, тогда и получаем хороший результат. Не может быть так, чтобы без какого-то определенного фактора был какой-нибудь результат. Все, результатом я доволен, так что будем работать, если где-нибудь надо поставить, будем без проблем ставить и пускай строят. На этом буду заканчивать, с вами были мы, подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки, все, всем пока-пока.